Ой, какая вода хорошая. Класс. Так, все. Включаемся и пойдем. Обязательно все, что найду, обязательно покажу. Ну, а вы уже лайк ставьте. Лайк уже можно ставить. Трэш-ход убираю. Я всегда включаю, когда катушка опущена в воду. Ну, не знаю, привычка такая. Может, это и не надо было. И не нужно этого делать. Ну, по крайней мере, привычка. Все, приступаем. Как хорошо, как мне нравится все-таки, когда вода и, опа, и чистое дно, песок. Это сказка для копателей, это просто рай. По песочку пройтись, вот так с кубом, нехотя раз так. Вот, что-то глубоко. С первого раза и не взяли. Ну, еще даже не успел зайти. Даже по колено еще нет воды. А уже... Смотрите, какой хороший сигнал, блин. Ну, очень глубокий. Яма такая уже. Давайте уже, если еще не будет, значит, как выкопаю, так обязательно покажу, что здесь же было. Вот взяли. На третий раз. Ну, это... Как обычно, стандартно. Не пристрелялся еще. О, это монета. Монета 25 копеек. Так, хабарницу я не взял. Вот это проблема. О, я в рубашке точно буду ложить, складывать находки все в карман. В рубашку. Уже не первый раз такая мне. Вот еще сигнал, слушайте. Сразу же. Смотрите, только-только зашел. О чем она там, это нам говорит? О том, что пляжик-то не битый. О, смотрите, просто-напросто полтинничек сверху, свеженький. 50 копеек. Нужно обязательно промыть, может еще что-то быть. Показалось. Нет, ничего. Так, все. Берем и продолжаем. Отлично, начало есть, только-только зашел вот. О, яма какая вырыла. По колено, а уже два сигнала и две монеты. А вот еще один. Такой какой-то. Ну, на пробку похож. Давайте я сейчас покажу вам. Да, вот она. Ха, смотрите. Как я сказал, это пробка. Вот такой прерывистый сигнал уже. Понятно. Ну, будем копать все сигналы. Складываем и идем дальше. Смотрите, даже не могу зайти на глубину. Очередной сигнал. Еще даже по колено не зашел. А очередной сигнальчик у нас. Взяли. Ну, я же то не пристрелялся просто первый раз. О, гривна. Монета. Гривна тоже такая свежая. Они... И еще что-то есть. Нет, это, знаете, когда предмет лежит некоторое время, вокруг него такой ореол. О, смотрите. Я даже как-то в сторону отошел. Сразу меня потянуло вправо. Вообще, глубина по колено. Еще даже не зашел, как положено, в воду. Обычно находки... Вот, взяли. Видите, вот это попискивает металлоскатель. Это вокруг металлического предмета создается такое поле. О, это 25 копеек. И тоже, смотрите, свежее. Свеженькое, свеженькое. Да, вот, попискивание. Это
Видите, то есть, то нету. Все, уже нет. Так, продолжаем. Что-то я от центра отошел. Пойдем на центр. В общем, надо проходить, в принципе, везде. И по центру, и сюда. Дальше под камышек. Походим. О, водичка. Класс. Красивый сигнал. Но когда красивый, сразу слышно. На мече нет. Там цифрок никаких. Все на слух. Да, язычок от банки дает красивый сигнал. На терке красивый сигнал, на рутусе, на мече также. Проверим, может еще что-то есть. Нет, ничего. Продолжаем. Рыбаки сидят, но походу не клюет. Смотрю, даже не вытаскивает удочки. В этом году вообще нигде клева нет. Такого, как бы хотелось всем. Как-то не клюет. О! А это уже поглубже зашел. Ну, скажем так, не очень. Опять пробочный сигнал. Ну, давайте. Ну, вот со второго раза. Ну, не каждый раз, с первого. Да, как я и говорил, пробка. Шмурдяк, мусор. Продолжаем. Ну, сигналы есть. Сказать, что пляж пустой, нет. Сигнальчики есть. Вот вчера ходил, я говорю, даже не буду вам показывать. 25 копеек. По большому пляжу ходил, там по центральному. Три пробки, один язычок. И все. Больше даже ни одной монетки. Выбито под ухналь. Комрады постарались. А здесь, вот слушайте, уже даже сбился со счету. Пару пробок, язычок и монеты. И буквально копаю нисколько. Тут 15 минут в воде. Снова сигнал. И опять пробочный такой. Ну давайте копну. Еще пробку, еще из первого раза не могу взять. Вот взял. Ну, без комментариев. Продолжаем. Привык, что хабарница здесь. Постоянно рука лезет. А сегодня в кармашек ложу. Складывать буду. Хороший, мощный сигнал. У нас. Да, гривна. Большая монета. Из цветного металла дает красивый сигнальчик. Больше ничего. Идем дальше. Взяли. Сейчас поглубже зайдем. Язычок от банки. Продолжаем. Без этого никуда. Как по сухому пляжу, так и в воде этих шмурдяка хватает. Взяли. Монета. На этот раз опять 25. 25 копеек. Берем и идем дальше. Туда-сюда выбиваем пляжик. А как же быть на пляже и не проверить это потом. Спать не буду. Оп. Шмурдяковый. Вот если трэш-ход включить, пороговый фон. Да нет, показывает нормальный. Давайте попробуем взять. Хотя я бы сказал, что он не совсем нормальный. Сейчас возьмем. Оп. Первого раза облом. Берем со второго раза. О, какой-то сигнал вообще. Сейчас еще раз. Яма уже такая приличная. Ну а что делать, бывают сигналы глубоко находятся. Да что ж такое. Вот он. Нет, это от скуба была наводка. Все, я выкопаю, покажу вам.
Обязательно не буду я вам показывать эти левые. Вот он. Сейчас выкопаю, достану. Покажу. О, у нас. Вот это взял уже. Ну, как я и говорил. Вот такая пробка. Она из алюминия, но все-таки шмурдяк. И прибор не совсем красиво на ней пищит. Хотя трэш-ход показывает, что цветной металл, не железо. Вот и все объяснение. Продолжаем. Взяли. У нас. Вот. 25. 25 копеек. Они уже не ходят у нас в Украине. А их попадается и попадается. Ну, раритетные уже буду. Уже собираю, складываю. У меня там их банка уже целая. На память оставим. У нас. Что у нас? А у нас в квартире газ. Вот. Водопровод. Я бы сказал, шмурдяк. Ну, коль сигнала вот прошелся, не было и не было. Будем копать все сигналы. Будем копать все сигналы. Да. Ржавая пробка. Продолжаем. Десять копеек. Да, 10 копеек звенят красиво. Красиво, красиво. Идем дальше. Находки есть как... Вот еще один сигнал. Как и на глубине. Как и на глубине, так и не на большой глубине. Так, смотрим. Дубль 2. Дубль 2 удачно. Дубль 2 взял. Снова 10 копеек. 10 копеек. Продолжаем. Ой, хорошо. Так не хочется, чтобы заканчивались теплые денечки. Чтобы наступали холода, вьюги, дожди. Хотя дождей вообще нет. Хотели за грибами, а дождей нет. И поэтому, не знаю, может пойдут еще попозже. Но вот сейчас, в конце сентября, еще дождей нет, пыляки столько. Так, что-то тут вообще сигнала нет. Только сказал разворачиваться, и сразу же сигнал напугал. Взяли. Так, ушел с центра под камыш. И поэтому... О, 10 копеек. Попадаются палочки такие из камыша. Травинки, листочки. Ну, что я вам хочу сказать. Походу, шмурдяк какой-то. Да, взяли. Металлоскатель некрасиво. О, ну да, пробка. Некрасиво пищит, поэтому... Говорит, что под катушкой фигня какая-то. Ну, в любом случае, будем брать. Сегодня и так сигнала вот большую половину уже прошел. Да, в принципе, почти все прошло. Осталось тут чуть-чуть. Так, все, на глубине уже сигналов нет, прошелся. Сейчас вот здесь под камышом. И будем, в принципе, выходить. У нас что-то у нас. Двадцать пять копеек. Так. Да, больше ничего. Там, где воробью по колено, у нас монета вроде. Да, десюлик. Снова 10 копеек. И больше, походу, ничего. Да, больше ничего. Зашел вообще он уже в сторону, в сторону. И в сторону, в сторону есть сигналы, есть. Думал возвращаться, разворачиваться. А ну, а что здесь у нас? Что-то я ничего не вижу. Тут даже уже не песок, а такой какой-то грязный песок. 10 копеек. О, и уже полежали некоторое время. Давно лежат. Ну, давайте еще немножко здесь. Да будем заканчивать. Время уже
Так, сейчас я, сори, гляну камера. Не зависла ли камера? А то сейчас найду кольцо с бриллиантом. А вы это не увидите. Нет, камера не зависла. Все нормально, продолжаем. Даже отойти не успел. Снова сигнал. У нас вроде. Да. Ну, блин. Язычки эти, конечно, красиво звенят. О! Хороший сигнал. Ну, я думаю, это будет завершающий уже. Дальше идти смысла нет. Буду разворачиваться уже. Опа. Взяли у нас. Ёб! Так, давайте посмотрим, что-то я... Фух. Секунду. Глубины вообще нет. По пояс. Да, друзья, ничего. Два кольца. Цепок и два кольца. Ух ты, руки затряслись. Как вы думаете, у вас бы не затряслись? Застегнутый золотой цепок и на нем две обручалки. Ну, это однозначно кто-то либо с кармана выпало. Люди сняли, наверное. Фу, лянь, руки трусятся. Люди сняли, чтобы не уронить. А так получилось, что... Вот это да, вот это последний сигнал. Ну, буквально хотел уже развернуться. Вот камыш уже все, дальше пляж совсем в стороне. Вот это да. Так, все, не буду я больше... Не хочу больше копать. Фух, глянь, фух. Адреналин, это адреналин, друзья, у меня так всегда. Все, выходим. Ничего себе. Ничего себе. А камера хоть снимала опять, а? Камера снимала. Да, камера снимала. Фух, ну все, не подвела. А то бывает, самый такой момент и выключается. Друзья, традиционный обзор находок. Я даже еще не разулся, вот только рубашку скинул. Пробки, язычки, монеты. Ну, в принципе, монеты все. Тут пару монет таких темненьких есть, а остальные все свежие. Я бы не сказал, что здесь долго что-то лежит. Ну, хотя, вот пробки ржавые. Все остальное, но это все такое, да. А теперь посмотрите на вот это. Фу, не могу, у меня адреналин, знаете, как это такое? Да, ну вот встаньте на мое место, вы это все поймете. Вчера выходил, даже не, я же говорю, даже не показываю, не буду показывать пробки и один язычок. Все, большой пляж здесь. Вот везет мне на такие маленькие пляжи. И не сказано везет. Золотая цепочка с двумя обручалками. Просто-напросто. Две обручалочки. Это у кого-то потеря из потерь. Но я не радуюсь их не потере. Я, друзья, радуюсь своей находке. Но поверьте, если бы не я, такой же копатель, такой же комрад, нашел бы, и он бы радовался. Подпишись вот сюда. На вот этот.